Прости, трэш, можем стоять пока? Сейчас мы народ спрятаем. Так, я вот тут. Четыре хива тут пошли. А чё, шкафа нет? Ну ладно. За приход начислял, правда? Три раза стоял шкаф. Я же правильно помню, Фалерин Раш еще нужен с Личем? А Фалерин Раш это что? Я забыл. Арбалет. Особи крипа еще нет. Хотя ключу, может, как раз и будет. Ну, типа у нас есть хант, которому нужна клятва и фалик. У него сейчас 6 тысяч ип. До лича у него будет 7 тысяч ипа. Ну, как Миша начислит, так и начислит. Просто когда пианисту не лень за этим следить. После каждого. А если лень, то в конце. А вообще, по идее же, в конце должно быть часа. Нет, нет. Мне кажется, этого не было. Это последние недели три. Того, кто начисляет. Если пианист начисляет, начисляется в конце. А что он не следит? Кому ничего не надо, с рейда нет, просто пить. ДД. Ну, там два мага в агримаре. Трапа, трап. Слева трап. Очистим суманем. Не суманем, у нас Беовульф в инсте. Он покупает или ребро? Что? Что ему надо? Тролль, топор, двуручка пвпшная. Не знаю, как я еще знаю, чтобы услышали все. Скоро вообще, наверное, политика изменится. Кто последний пришел, говорит, тот и сидит на земле. А можно вообще в рейд не приходить, просто прописать свэш стендай бай. Представляешь, когда что будет твориться? Нет, но... Никто не пойдет на обязательно. Отлично. Эдвард, смотри тогда, чтоб тебя в танк не спекнули. Я могу прям сейчас любому месту уступить, идите. А у 25 людей в данже? Да. Мне ребро тоже надо. Это кто говорит? Давай Элбрил выйдет, они тут без меня захилят легко. Шепышка, который с мортик, тебе пояс нужен? Тебе же пояс нужен? Да, пояс. Там и просим. Кому еще нет, пояс нет. Нужен? Плюс. Сделали, заткнули все. Простя, Анкел. Простя выше, однозначно. Простя выше. Мах, ты да, пояс да. Урон не начнешь. По приору люди выше. Мне не нужен. Это резонно даже в данж заходить?
Ну, на первый босс, второго зайдешь. Нас на первый покупать на топор. Что, мне Доларан дайте? Кто? Ангел. Павел мастер остается на замене, пока что Ангел в рейде. Беозульф уже скинули. Как сейчас понял. Есть первая по пятой пати, так само. Так, мясо стоит, бафнемся. Почему же все здесь? Где мясо? Делорус, что тебе надо? Да ничего, блять, в рейд ходить хочу. Че всем ЦЛК что ли надо? То, блять, все съебаться на замену хотят, то, сука, все молчат сидеть. Кому ничего не надо из РДД? Мне. Почему из РДД? Возьми мелька, убери. Первый босс. Можно вопрос? А на замене ЕП будет начисляться так же, да, как и в данже? Да. Хорошо, понял, до первого босса жду. Полин, 4 хила, давай на замену пойду. Давай Ханта не убедим на замену убирать, он первый раз с нами хоть так. Нет, я первый раз только на профиличе. Ну, с нами это в первый раз, в принципе, с нами. Давай. Все, все 5 групп в принципе. Да, все. Ставили все в сову. На руглет подготовились, все готовы. Плеть накроет этот мир волной. Полина. Вихрь 3. Лут поставь. Да, рада лучше. Шипы активны, 2 хила висят. Порода лучера на меня. Да просто убийся перед ним, чё-то. Топора нет. Поезд тоже. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пал... А девки типа РТ не нужно? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник... Значит, он скоро уйдет. Значит, он не сможет наполнять. Или вы думаете, он не посмотрел, что он в календаре есть? Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью.
Кому нужен второй босс, и смотрите по итогу. Друидов не отпущу. А ДК? Два ДК танчит. Блин, опять квест. Ну, если Старфола не будете кидать, то я его смогу законтролить. Это было, это не видео. Типа, большинство, часть, большей части у меня это сделано. Да вон ты, с манекем не в данж. Лечи, фотка. Это кто говорит с манекем? Стоуластер. Кто хочет с полмастером уступить? Я? Ну там покупатель типа был, я думаю, это он уступит. Хорошо, сморчок. Так, у меня сейчас еще один покупатель будет на тапки ватные. Здесь? Да. Тут же падают тапки ватные. Кому-нибудь эти тапки нужны? Я линковала, никто не говорил. Ау. Взрывом на 101 тысячу по этой херне сейчас был. Ну, взрывом у меня рекорд был 900-950 тысяч. А, в смысле, взрывом огненным? Бомбой у меня было 950 тысяч. Ой. Ты сам слышишь, что ты делаешь? Да. Я тебе даже скажу, где это все поймешь. Волноступ, две пачки трэша. Купатель за тапками. Какой? Про огненный взрыв я тебе имею в виду. Шестой патч. Я понял, я тебя, это, я перепутал. Новый, короче, демон. Демон вок. Так, сморчок, дайте портал, сморчок. Не улетел уже. Можно сразу в рейд посмотреть. Там девчонка, по-моему, сидит. Гречев танка. Воид слева. Два ДК справа. Воид на второй фазе на трэше. ДК на бойс. Так, по миликам. Ход. И френдик слева, средний моб, даете выйти за лестницу. Там в углу не надо. Справа. Френдик и... Так, френдик и слобик. Ребят, можно перебить? Я в седьмой группе, но мне нужно кольцо с этого босса. Мне переместят или нет? Это был мастер? Да. Кто хочет уступить? Достаточно. Карин, опять я. Что ты? Ладно, просто иди. Могли бы Серегу убрать, Элбрилла. Они тут, в принципе, 4 бы хила спокойно хили. Вагон сказал, что у него нет ДБМ, поэтому не знает, куда снимать его. Тяжко. И дайте ему возможность умереть под кливом трэша. Он может просто пушиться. Да вы прошу Джилл, да? Раздеться.
Я знаю, это Вара, он гонит. Так, ладно, все, заткнулись. Квадрат, метка, стоит Слобик и Монород. Он мне написал, что у него нет ДБМа. Сказал, что он через 15 минут подойдет. И сказал, что... Справа. Где трусы? Red Warrior, Vagabond. Заднего на пол. Нурглета Артемия. Вага, Red War, помогайте заднего тоже. По РДД. Четвертая группа справа. Третья слева. По контролю я самую левую цель. Мотивову среднюю, коты правую. Рендик обстоятельств. Дарнавана делаем? Так, Дарнавана. Кто хочет подержать? Ну, если вы не будете Старфола кидать, то я подержу. Я Старфол там, где босс кидать. Маги, кто держит? Плюс. Фарада. Ребята, это не на десятку бывает? Так. Родвар. Сало со звездой. Вытянешь Дарнавана вот сюда. И все. И потом пойдешь потрешь. Пипал, Элбрил, чего не хватает? Элбрил? Все готовы, Вага. Стоп, стой, подожди. Стоп. Почему на четвертой пати висит Silence, игровая сессия, как на шахматах в Горожане? Что за хуйня? Вся четвертая пати под Silence. Это у тебя что-то. Окей, поехали. Я не, подожди, там реально самое. Пацаны, это не только у него, это у меня тоже, я вело. Блять, все, поздно. Четвертая пати не может кастовать ничего вообще. Ахуй идет с каким-то дебафом. Давайте, 15 тел, ой, 20 тел, парни. Я теперь за этой хуйни залагал, по. Трэш, ребят. Я сделал релох, но меня дропнуло из данжа. Управляй персонажа. Сейчас. Блин, это всем сейчас вам надо исправлять. Ты радуйся, такого еще в Долорану накидал. Кстати, есть. Что, в Долоране, блядь? Заткнулись. Баф. Роман. Ты можешь Дарнавана законтролить? Сову, звездопад активно. Верните сову, варлоки. Контроль, киньте Дарнаван. Кислый, может четвертая пати сдохнет и хреснуть? Давай попробуем. Накиньте на них эсэсы. Надо именно эсэсы, да. Это не поможет. Киньте кто-нибудь не контроль Дарнавану, блять, я сейчас его отпущу и похуй на ваш квест. Кота законтрольте. Сон дайте. Анкил, кинь контроль. Кину.
Дискорд. Я уже поднял, Френзик. Улетел в интернет. Войд вылетел. Слева трэш. Ложимся. Я выбрал в таргет человека с этим сайленс, у меня повис клиент. Кто-то из покупателей забагал рейд. Я думаю, что он это специально сделал. Это не покупатель, это спулмастер. А он не покупатель? Но жаль нет. Он в гитаре. Не, я не покупатель, а как я повис рейд? Ты был до этого в Каражане и запустил повторно шахматы и в Каре не был на этой неделе вообще ни разу. Тогда я не знаю, откуда. Да, может, ты ни на этой, ни на прошлой. Может, покупатель скорее пришел. Я что смотрел. Да, четвертый пати доходит четвертый пати. Это он виноват. ГП ему. Я бы ему не продавал тапки за такое. Я скинул скрин, кто чей дебаф. Чей? Ну, посмотри в РК. Ой, в Дискорде. Я же говорил, он специально за вайп-трейд зашел. Я бы ему ничего не продавал, за какие выходки. Закиньте его в другую группу и все, и не будет у вас дебафа на группу. Да дебафа уже нет. Если он еще раз его возьмет. Четвертая группа, Леонидович. А если у нас сейчас опять танк вылетит? Ну, у меня нет уже дебафа, я просто релогался до этого. Типа хилов вырезала в центре из того, что у нас трэш никто не держал слева. Это все из-за этой немоты интернет выбило. Ага. Есть видео прям, я не знаю, такого не было никогда. Запись. Френзик, тебе там не скучно? Миш, ты определи, кто кому у вас МК кинет. Ян Кюк, да. Тогда по пати кидать. Там говорят, квест заново надо взять.
количество баф. Там пианист зашел. Я вижу. Ладно, отчет. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Слишком далеко. Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Диспельте кто-нибудь, блядь. Ну, ёбаный. Стоп, ждем трэш. Трэш 5 секунд. Дарнована, уведите. Трэш. Ой, бля. А, нет, нормально. Сову, сову, сову. 5 секунд звездопад. Убейте вара этого нахуй, блядь. Двоих срезал. Народ есть? Наверное, френдик. Ты не в сил противиться моей воле. Мочевого паладина. Деворус, паладина СС. Бафы попал. Ты не в сил противиться моей воле. Двух хилах. Ты не в сил противиться моей воле. Господина! Ваша смерть! Какие ему тапки? Тут никаких нет.
пока висит бой, я ничего не разрулю. Долорус, оформляй. Что? С туман. А, понял. Сейчас комбат закончится. Сейчас в темпе вальса пойдем. Лех, на кровь возьмем человека? Он сегодня просился. Ну, покупать. Нет, не возьмем. Почему? Кровь отдаем тому, кто берет пуск. А кто посох брал? Спал мастера, что срал, ну не могу отдать, потому что путь. Заберет. Съел на следующий. Все равно он посох собирать не будет толку. Ну а тогда вам в обычке возьмет кровь. Следующую. Или в обычке возьмет. Завтра будет. УДВшник. Еще завтра не знаю, лучше вторник. Так мне что, вниз спрыгнуть за посохом или что? Тебя сейчас отдадут. Нет. Ребят, тут Вар хочет к нам в гильдию. Короче, у него танк 265-й. Кому, чтобы он написал? Давайте все вопросы после РТ вот это. Хорошо. Можешь ответить ему, Вара не нужно. Пианисты в танке? Да, я в танке. Вот здесь шкаф сзади корабля. Давайте поставим, я кастую. Двое сюда подойдите. Морг пишет, что ему корабли нужны. Кому? Сморчворд. Неликс. Зайдет на сундук, в чем проблема? Плечо, санетка, все, я тебя на офспик не могу отдать. Ну, если никому не надо, я заберу на офф, на ПВП. ПВЕ-то зачем мне? ПВП идет как мейнспек также. Берешь как мейнспек? Нет, я говорю, ну, офф же написал, значит, ну, не дашь, мне без разницы. Не ты один ролик, просто может ты промахнуть. Нет, ну, отдавай тогда другому, мне не надо. Сумонти. Я кинул ему и тебе сумму. Шкаф. Там стоит шкаф. Меня же сумма, ну да. Кислый, так что можно на минуту за воронками? Это надо почка. Кто это? Чё? Я не Фрэнк. Чекал. Мага, моя пушка. Минута, я, может, даже до пула должен успеть, по идее. Подожди, какой маг куда-то собрал? Не-не, Фрэнзи, говорю, за воронками надо. На идол хочу посмотреть его на сурфе. Потом сходишь. Понял. Поехали. Лёх, ты танкуешь мне тогда фурика, да? Да. Сыны и дочери Орды. Сегодня... А Бахбар погодить зачем? Долорус. Что еще раз? Бахбар зачем? Кто? Пианиста-покупатель покупает волю. Вы видите, что это там вдалеке? Не волнуйся, разберемся. Боевой корабль Альянса! Все на палубу!